читает стихи для ladrin.ru. Арина Бардасарян, 12 лет. Ставропольский край, Георгиевский район, Станица Подгорья. Отрывок из поэмы Василия Теркина. Так, Александр Трифонович Твардовский. Немец был силен в лоб, ладно скроет, крепко шит. Он стоял, как на подковах, не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженый, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка, и была, как кость большая, в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабее, не те харчи. Есть войны, закон не новый, в отступлении ешь ты вдоволь. В обороне так летят, наступление натощак. Немец стукнул так, что челюсть только вправо подалась. И тогда боец не цыц хрестнул немца промеж глаз. И еще на снег не сплюнул первой крови злую соль. Немец снова в санки сунул с той же силой, с той же болью. Так сошлись, сцепились близко, что уже обоим и диски. Автоматы к черту прочь, только нож и мог помочь. Бьются двое в кругах пара, об ином уже не речь. Ладит Теркин от удара, хоть бы зубы заберечь. И покуда Теркин санки сколько мог, то и берег. Двинул немец точно штангой, да не в санки, а под вдох. Охнул Теркин, плохо дело, плохо, думает боец. Хорошо, что лег актилом, отлетел, а то конец.